Всем приветики, дорогие друзья! Начинаю сегодня свой влог поздновато снимать. У нас уже где-то 5 часов вечера. Сегодня, конечно, всю ночь у нас под окнами вообще кричали, сигналили автомобили. Вообще окна я все позакрывала, но все равно так слышно было. Настюша пару раз просыпалась. Вот, кричали «Живе Беларусь!», там в ладоши хлопали. Ну, конечно, эта ночка сегодня была не очень спокойная. Вот, а я сейчас сделала себе кофе. Вот, пришла в ванну и обрабатываю свои места, где мне удалили родинки. Каждое утро обрабатываю вот этим вот хлоргексидином и декспантенолом. Ну, также можно бипантеном обрабатывать. Мне этот дерматолог сказал, что они идентичны. Вот, но бипантена немножко осталось, поэтому надо будет докупить. Вот, каждый день обрабатываю это место, где мне удалили, вот там вот на шее. Но я очень довольна. Через 3 недели, даже через, ну, практически через неделю надо будет, через 2 недели сфотографировать и по вайберу отослать дерматологу, показать. Он посмотрит, как все заживает. Вот. Что у нас, какие новости? Приехала тетя Света с Настюшкой. Настя, жук, куда поползла? Приехала тетя Света. Я пока было время... Вот, помыла, кстати, ковер, а ковер помыла. Мы заказали вот этот вот ваниш для ковров. Конечно, удобнее такой есть с дозатором, пенный эффект, но его не было. Заказала просто шампунь для ручной стирки. Просто взбила в ведре, пену щеткой нанесла и затем пропылесосили. Вот, так что надо потихоньку квартиру приводить в порядок, убирать, потому что у нас в пятницу грандиозное событие. Настюшке нашей юбилей, 1 годик. Вот, Сережка, кстати, диван почистил вот этим вот сифом. Почему-то не занес. Вот, он универсальный и для текстиля, и для всех поверхностей. Подходит. Но он такой, конечно, запах, надо, чтобы выветривался, поэтому Настюша пока там с тетей Светой. Вот, сегодня очень много дел, сегодня целый день в интернете смотрела торты, смотрела платья. Ой, короче, дел очень много, чего надо решить и убрать, поэтому занимаемся потихоньку. Вот, сегодня приготовили, у нас на обед было пюрешка, колбаски такие. И, кстати, варили молочный супчик с гречкой. Вообще, Настюше так понравился, она так сама быстро промыть гречку, отварить и потом на молочке поварить. Так вкусно. И мы поели, и Настюша поела, и пюрешку Настюша поела. Потом взяли огурчики, помидорчики. Тетя Света привезла нам с дачи. Вот. И огурчики, и помидорчики. Сделали себе бадью салата. Вот. И Настюши взяли на терочки. Вот так натерли. Она вот эту пюрешку ела. Ну, я, кстати, давала огурец тоже цельным. Но как бы так более безопасно. Потому что она все-таки еще немножко так большими кусочками давится. Ой, поэтому пью кофеек и затем хочу показать, какие у меня идеи по поводу платья и тортика. У нас есть здесь интернет-магазин Wildberries. Я просто смотрю, здесь такое огромное количество платьев и все такое красивое. Мне кажется, я бы скупила здесь все. Посмотрите, какая красота. Это просто обалдеть для девочек. Ну, конечно, это уже постарше для девочек, но сам факт. Я выбрала пару, 3 платья. Вот, и сейчас покажу. Так, где-то я их отложила, отложены. Хочу показать, какие вот у меня
Первое, это вот называется роскошь с детства. Вот оно прям такое для королевы. Вот такое вот платье. Вот, но я почему-то подумала, оно, конечно, красивое, шикарное, но оно может быть тяжелое, так как Настюшка еще не ходит. Вот, затем вот это мне очень понравилось с цветами. Оно такое тоже красивое, необычное, легкое, воздушное, цветы такие шикарные. Вот, ну, единственное, что к нему идет сумочка, но сумочка нам не нужна. И вот такой вот ободочек. Вот, и третье платье, вот это вот, мне тоже очень оно понравилось. Такое вот с бантиком, цветочки и бантик спереди, так сказать, два в одном. Оно тоже очень легкое. Фирма «Стесняшка». Вот, так что не знаю, не знаю, не знаю, заказывать или нет. И еще вот такие вот есть комплектики, там, где вот мне один годик с юбочкой, тоже не знаю, заказывать или нет. Вот такие вот. Голова кругом, кажется, все бы купила, не знаешь. Так что буду сегодня думать, хочу обязательно определиться и заказать что-нибудь. Вот, потому что, думаю, в платье она же не будет целый день ходить. Вот, и еще, кстати, нашла вот такой вот пеногенератор краб в ванную. Ну, не знаю, надо ли нам его заказывать, ванна, пена с него идет. Вот, так что все хочется, все и сразу. Вот, а мы люстры так и не повесили, так как вчера была суббота, сегодня воскресенье, выходной день, а сверлить нельзя, потому что над нами еще живет тоже там семья, у них маленький малышек, и поэтому хоть нам две дырочки сделать, мы боимся. Сережа сложил их прямо на шкаф. Я говорю, ну ты вообще смельчак. Вот, вот такую вот на кухню мы купили. И вот эту вот к Настюше в комнату в виде цветочка. В виде цветочка, она, кстати, не лампочки идут. А, Сережа, в виде цветочка, это ж не лампочки идут, да? А эти как это? Не, как это? Светодиодные ленты. Во, светодиодные ленты. Модно, стильно, современно. Вот, и, кстати, вот эту вот люстру мы тоже покупали в этом строительном магазине Ома. Ее я выбирала с висюльками. Мне так нравится. Ну, кстати, кому как. Некоторые приходили гости и говорили, что такую бы не купили. А мне она нравится, очень стильно. Мне кажется, под стиль этой комнаты подходит. Вот, так что хочу здесь еще ванюшем. Боже, кто там? Пузырьки, да, воздушные пузырьки. Эти мыльные пузырьки, боже. Вот здесь помыла, хочу все ковры еще помыть. Так что дел много, дел не в проворот. Как все успеть, как все успеть. Вот, поэтому с платьем я сегодня определюсь. И хотим еще с Сережкой сесть, посмотреть. Я пару вариантов сохранила, какой тортик заказать. И хочу с ним переговорить. Сейчас покажу, какие у меня здесь варианты. Первый вариант — это вот такой вот тортик сделать в виде цифры единицы. Второй вариант, мне очень понравился вот этот розовый, но я не хочу здесь слоника, что-нибудь вот другое. Но сам факт, мне вот сам торт понравился, то, что он в розы такие, вообще прелесть. Вот. И вот такой еще, просто прелесть. Вот такой вот тортик тоже с единичкой, с короной. Вот такой, но это для мальчика. Вот я думала, в виде, ну, розовенький такой тоже с мастики. Такая вот единица тоже очень понравилась. Такой. Вот. Все. Я не знаю, как все выбрать. Как определиться. У нас уже практически 7 часов вечера. Я Настюшке готовлю кашку. Кстати, взяла ее тарелочку. Вот это вот со львом. Так что буду готовить. Добавила ей кусочек маслица сливочного. Вот. И буду вот эту вот кашку ей давать. Белактовскую Т-300.
тыквенно-яблочно-морковно-рисовую. Я как-то говорила, что Белакт мне некоторые каши не очень нравятся, но вот эта каша, мы уже ее брали, мне она понравилась, так как она на основе пюре. Вот это вот она очень классная, и Настюша, она очень понравилась. 7 витаминов, 5 минералов. Вот, и чаек ей буду заваривать, вот это вот баю-бай, детский перед сном, в ее стаканчик. Вот, Настюшке дала пока печенюшку, включила, кто знает, синий трактор, всеми любимый мультик. И, кстати, знаете, вы знаете, откуда взялся вот этот синий трактор в мультике? Сейчас покажут его. Вот. Вы вот знаете, откуда вот взялся синий трактор? А я недавно догадалась. Это обалдец. Я не понимала, почему синий трактор, почему его сделали именно синим. Вот. А у нас была книга, сейчас я ее найду, моего детства. Называется «Любимая девочка дяди Федора». И Настюша недавно ее показывала, ну, листала так картинки, и смотрите, что нашла. Вот! Вот он, синий трактор, откуда взялся. Сейчас покажу еще. Вот! Вот он! Вот этот синий трактор. Представляете? Обалдеть! Я когда узнала, ну, увидела, я думала, откуда этот синий трактор? А вот же он! Так что будете знать, это с мультика «Простоквашино». Эдуард Успенский. Ура, ура! Приехал Сережка, ура! Привез ванночку нашу и сушилку. А что-нибудь еще привез? Конечно. Что? О. Кабачок? О, ну это да. А еще что? А, это в пеленальный столик, это супер. Все? Ну, я загляну на всякий случай. Ну и так, отлично. Так, кабачок, это самая нужная вещь. Буду Настюше этот супчик хочу завтра сварить, или овощной рагу с кабачка, ну что-нибудь. Ой, блин, когда сезон, нету места, куда ложить. И яблоки, и помидоры, и кабачки, и там ягоды. Все дачное, папин компот, салат. О, короче, ну, хорошо, что есть, что... Вот, я уже Настюша закипятила воду. О, и хочу ее купать в ванночке. Блин, как плохо, когда воду отключают. Это жесть. Сейчас греть в кастрюлях надо. Вот, сейчас промою ванночку. И Настюшу хотя бы по-быстренькому обмою. Вот, ну что, как там обстановочка? Все хорошо. Дороги открыты? Центр закрыт. Ага, ясно. Ну что ты убегаешь от камеры? Я у тебя, может, интервью беру. Вот. Так что буду сейчас купать Настюшу. А ты что будешь делать? Заниматься столиком. А, пеленальный столик, да, у нас поломались полочки. И поэтому вот Сережка взял новые направляющие, будет переделывать. А ты умеешь? Надо же когда-то все в первый раз, да, попробовать. Вот, ладненько. Все, ручки помыл, можно дальше заниматься. Настюша уже практически целую тарелку, кстати, скушала кашки. Настюша, а кто там в тарелочке? Надо скушать, и появится... И появится львенок. Сегодня закажу платье, а завтра надо будет определиться по поводу торта. У меня нашлась одна страничка, которая кондитерская, они... Ну что, все, идем, бесплатно доставляют торты, бесплатная дегустация торта, поэтому, может быть... Попадем туда, но надо сначала определиться с цветом, формой,
Вот, все, дорогие друзья, пойду заниматься ребенком. Так что увидимся уже с вами завтра. И всем посмотрите, что у меня в руке печенье намокло. Всем пока-пока.